Еще раз приветствую вас, дорогие друзья. У нас начинается кульминация, что касается матчей плей-офф среди команд, которые оспаривают 9-15 места. Кульминация, потому что сейчас на площадке номер один состоится матч за девятую строчку, за девятую итоговую строчку на этом турнире между командами МРСК-центра и Приволжья и командами МРСК-центра. Такое у нас, в принципе, дерби на турнире Кубок Россети по волейболу. Обе команды в темных цветах, но чуть потемнее цвета у центра. Более темно-синий, наверное, вариант. Ну, а команда центра Приволжья скорее более даже голубой цвет имеет формы. Так, команды, которые сегодня чуть поменьше, кстати говоря, матчи сыграли, если друг друга сравнить, то здесь преимущество по поединкам сегодня имеют игроки команды центра, потому что они уже сыграли дважды сегодня. Ну, а что касается центра Приволжья, то команда чуть попозже свой турнирный путь здесь начала. Обыграв в матче за 9-12 место Северный Кавказ со счетом 2-0. Ну, а что касается центра, то центр переиграл за 9-12 место Линэнерго. Ну, а чуть ранее в матче открытия, что называется, сегодняшнего дня для себя выиграли со счетом 2-1 команда Россеть. Упорно начинается наша встреча. 2-2 счет. Здорово. Сейчас на блоке играют волейболисты центра. И подача будет в исполнении Игоря Задворного. Сейчас у него с подачей все и очень-очень неплохо. Завязалась здесь борьба. Прошивает здесь блок Сергей Евдокимов. По нему сыграл, и мяч отскочил на заднюю линию. 3-2 впереди команда центра и Приволжья. Хороший блок в исполнении центра Приволжья. Есть возможность для атаки. Не слишком удаленная передача. И момент упущен. А вот эта передача гораздо лучше. Хотя снова отлично играет на блоке второй и пятый номер команды центра Приволжья. И снова они закрывают соперника. Тяжелое очко может быть для одной из команд. В итоге ошибаются. Причем ошибаются шестой номер центра. Это Святослав Межинин. Он, в принципе, здесь на блоке-то практически не играл. Там совсем другие люди действовали самоотверженно, но очко не смогли завоевать. Центр Приволжья снова имеет атаку на открытой сетке. Бьет сейчас второй номер команды Михаил Евдокимов. И счет становится у нас уже 4-2 в пользу. 4-2, 5-2 в пользу команды центра и Приволжья. Небольшой отрыв. Еще одно очко, но теперь уже в пользу команды «Центр». Сумели они здесь уйти от такого небольшого разгрома на самом старте этого поединка. Святослав Меженин на подаче. Первый темп. Закрыли первый темп здесь. И закрыли практически затем. Еще атаку, но все-таки мяч от блока отскочил на половину площадки центра. 6-3. Уверен, здесь от блока играет Владимир Пастухов. Павел Зятиков на подаче ошибается. Слишком сильно здесь все исполнил. Серьезнее преимущество.
Касание сетки в исполнении игроков центра. Четыре восемь. Для них не так все просто. Но вот сейчас отличная атака, которая может повлиять сейчас серьезно на свое настроение. Отличный удар Сергея Цыкина. Пастухов будет подавать. По линии пробивает здесь Ланиру Пестов. Ну, в принципе, готов был к этому Павел Зятиков. Но настолько мощный был удар, что справиться с ним было практически невозможно. И от рук мяч улетает чуть ли не на другую площадку сейчас. Самая удобная передача здесь для Задворного. Под первый темп его планировали, но уж очень неудобно она пошла. 5-10 для центра, и центр берет тайм-аут. В принципе, вполне логичный, вполне объяснимый. Смотрим, что происходит на площадке, которая у нас именуется под названием площадка номер 2. Там в матче между командами Северного Кавказа и команда Ленэнерго счет 12-8. Пока что в первой партии в пользу Северного Кавказа. Тоже там борьба какая-то никакая, но все-таки присутствует, как я понимаю. Ну а у нас здесь центр Приволжья еще очко набирает за счет подачи. Еще одна ошибка центра. Ну и похоже, что в этой партии ему уже надо просто не расплескивать эмоции, доиграть ее спокойно. Тяжело, конечно, 7 очков будет отыграть. Что-то не вяжется игра. Не сумел здесь обмануть Андрей Гошин своего соперника. Но опять возможность для центра Приволжья. И на этот раз от блока мяч опускается в площадку. Тринадцать пять. И снова очко в пользу центра Приволжья. Алексей Буторин блестяще действует. И плюс 9 уже. Плюс 9 это, конечно, наверное, не то, что мы ожидали в этом матче. Прекрасный был поединок на этой площадке за выход вот сюда. Как раз центр Приволжья встречался в этом матче. Играл против Северного Кавказа. Там в две партии, но там все было настолько упорно, настолько интересно, что матч был достоин, наверное, игры именно за девятую строчку. Ну а так у нас в этой партии все ясно. 15-5. Все очень спокойно. Центр Приволжья одерживает победу в этом сете. Ну и ждем сета второго. Пятый номер МРСК центра Приволжья Владимир Пестов начинает свои подачи и второй сет в этом матче. Есть возможность для атаки у центра Приволжья. Хороший блок здесь у центра. Смягчил и
Затем, правда, совсем неудачная передача. Ну вот сейчас можно атаковать, но попадать, конечно, хотелось бы в этой ситуации. Стасов Меженин, в принципе, ему не так особо и мешали здесь, но всю силу он вложил и где-то переусердствовал. 1-0, повели волейболисты в светло-синей форме. Стяжная у нас получается. Сейчас игра. Остается мяч по-прежнему в воздухе. И опять Андрей Игошин, который вот такими своими действиями уже запомнился в предыдущем матче. Тогда он набрал, ну, как минимум 4 очка, я точно помню. И вот сейчас вторым касанием он решил не отдавать, а именно пробить. Очков в пользу центра. 1-2. Наконец-то проходит атака Слава Меженина. Несмотря на двойной блок, все равно он здесь сумел его переиграть. 2-2. Усложнили здесь подачу, усложнили прием, естественно, сопернику. Игроки центра. Есть возможность еще атаковать и перебрасывает мяч через Сергея Евдокимова. 3-2. Центр выходит вперед. 3 очка подряд команда набирает. Опять укороченная подача получается. Мяч от блока куда летит. Остается он в площадке. Просто перебить надо его. Ой-ой-ой, забыли. Забыли здесь игроки центра, если быть точнее. Забыл здесь, похоже, Меженин про то, что надо мяч просто отправлять на чужую половину. Он решил отдать передачу. Поднимают мяч и закрывают все-таки здесь Игошина. Красавец, конечно, здесь Игорь Задворнов понял, что Игошин будет опять рисковать с левой. Но сейчас вот Игошина впервые на моей памяти переиграли. 4-3. Очень хорошее очко сейчас центр забирает. Непростая ситуация, но смогли это сделать. Еще есть возможность атаковать. Нет. Ошибка. Четыре-четыре. Отличная атака. Переиграли здесь блок. Пошел блок под первый темп. Скорее всего, его ожидали игроки центра Приволжья. А передача пошла во вторую зону, где уже практически был один игрок центра. И очку своей команде принес. Невозможно с этой позиции, конечно же, атаковать сейчас Михаила Евдокимах. Но очко все равно его команда здесь смогла забрать. 5-5 счет становится. Ошибается здесь грубо на подаче Александр Жигалов. Причем выходил он именно на эту подачу, но вот сорвал ее. Но срывает подачу и игроки центра. 6-6. Обменялись ошибками. Алексей Патрушев. У него с подачи все нормально. Но партнеры на блоке здесь не смогли закрыть соперника. 7-6. Центр снова впереди.
Схитрили, похоже, игроки центра, подав вот так вот в неудобное, на самом деле, место для команды центра Приволжья. Ну и затем не очень удачный прием, и тут же переходящий мяч просто вбивает. Вообще укороченное дело сейчас игроки центра, тоже неплохо. И здесь, естественно, сыграли. И одно еще действие отличное. Но это как домашние заготовки были. 9-6. Центр вырывается вперед на 3 очка. Ну и обратите внимание, действительно, с подачи сейчас очень все здорово сделали. Первая подача последовала в пятую зону. Причем непонятно, то ли в площадку мяч шел, то ли нет. И такой суетливый был прием. Ну а затем под сетку очень короткая подача. И тоже с нее, собственно, все началось. Пошли там уже суетливые действия вновь у центра Приволжья. И центр не простил. 9-6. Посмотрим, что сейчас придумает на своей подаче Владимир Пастухов. Именно он исполнял до этого все. Ну, сейчас решил упростить, похоже. А, все равно блок работает. И вновь смягчили. Игроки центра. Тут, правда, атаковать абсолютно неудачно. А вот сейчас, возможно, получится. Да, проходит. Проходит удар у четвертого номера команды Сергея Цыкина. 10-6. Вполне возможно, что здесь мы увидим третий сет. И, наверное, это будет по делу. Сейчас центр переигрывает тактически своего соперника. Придумывает какие-то неожиданные ходы, и это становится неожиданным для игроков команды центра и Приволжья. По-прежнему подает Владимир Пастухов. Опять в пятую зону. И ошибка очередная. Ошибка в исполнении игроков центра и Приволжья. И вновь. Вновь неудачный прием. И очень быстро это все используют игроки центра. Наверное, сейчас был бы еще один тайм-аут игроков в центре Приволжья, они бы его обязательно бы взяли. Но наконец-то снимаются, но боюсь, что это будет уже поздновато. 12-7, и, скорее всего, тут ничего придумать уже не получится. Дается здесь мяч отвоевать. Атаки здесь... Хотел я сказать, что не будет, но вот так вот застыли практически все шестеров игроки центра Приволжья. И никто этот спокойный легкий мяч почему-то не сыграл. 13-7. Снова подача в пятую зону. И мяч цепляет антенну. Вновь срабатывает подача. Ну что, будет атака хотя бы сейчас у центра Приволжья. Да, но эта атака разбивается о блок Игоря Задворного. 15-7. Потрясающий сет в исполнении команды центра. Просто без шансов. Если так вот все сохранится на третий сет у центра, то, боюсь, центр Приволжья будет очень-очень непросто. Абсолютно полное доминирование сейчас именно тактически. Ладно бы там за счет каких-то мощных атак, за счет какого-то игрока отдельного. Нет, здесь именно умная игра центра приводит к победе. И вот, казалось бы, да, ожидали здесь борьбу во втором сете упорно. Но, по сути дела, ее не получилось, потому что 15-7 это, ну, чуть похуже, чем 15-5. Но во второй части партии просто безоговорочное преимущество от центра. Ну и что, теперь третий сет. Напомню еще раз, также до 15 очков, но по достижении 8 баллов одной из команд
Идет смена сторон. Ну и, в принципе, больше ничего. Здесь не меняется. Начинает центр подавать. Цепляет сетку шестой номер команды центра. Ну и снимается, можно сказать, только сейчас игроки центра и провожи. Все это началось со второй партии, но сейчас, наконец-то, они подают. Еще одна ошибка у центра. Необязательная 2-0. Не слишком начинают они третий сет и тайм-аут. Но, наверное, правильно. Наверное, все правильно. Надо вот после таких двух ошибок немножко передохнуть. Что касается у нас матча за 11 место, там Северный Кавказ в двух партиях обыгрывает Ленэнерго и становится, соответственно, Северный Кавказ на этом турнире 11-м. Ленэнерго становится 12-м. Но там борьбы, в принципе, не очень получилось. 15-10, 15-9. Не вчистую, конечно, но, как я понимаю, Кавказ выиграл достаточно спокойно. А вот здесь у нас, пожалуй, все только начинается. И закрывает первый темп сейчас седьмой и третий номер центра и Приволжья. Евдокимов-Патрушев. Не знаю, в кого там мяч попал, по-моему, в Евдокимова, но не столь это важно, даже важно. 3-0. Центр и Приволжья отрывается немножко. Нет, попадает в самую девяточку, в самый угол площадки. Игрок центра сейчас в самый край первой зоны. Один, три. Отличная атака и не успевает сориентироваться Александр Колесников, третий номер центра. Он, в принципе, мог этот мяч дальше поднимать. Было время, но вот неудачно, видимо, разворачивался и потерял. То есть в какой-то момент ориентацию не успел понять, где же мяч. Но тут еще и центр Приволжья, на самом деле, помогает немного. Пестов и Гоша не разобрались, кому играть этот мяч. И он от рук одного из них уходит на трибуны. 2-4. Снова ошибка, но и тут и центр тоже немножко нервничает. Достает мяч здесь с центра Приволжья. Просто надо перебить его туда. И обороняться. Первый темп сыграл здесь у центра. Владимир Пастухов набирает третье очко. 3-4. Сейчас, похоже, все уже, кто закончил свои матчи, кто, может быть, ждет своих матчей, наблюдает за этой встречей. Здесь она очень получается интересная. Но этого мы и ждали. Давайте, Ленэнерго, наши аплодисменты. Ну и мы с удовольствием приглашаем сюда команду Северного Кавказа, МРСК Северного Кавказа. Отыгрался от блока Александр Приволжья и позволил все-таки атаку сделать для уже Сергея Евдокимова. 5-3. Я отмечу, в этой комбинации Михаил Евдокимов понимал, что его накрывают, но специально от блока пытался мяч сохранить для своей команды и сделать это сумел. Евдокимов не усложняет подачу. Антенна, по-моему, да, или нет? Да, мяч попадает по антенне, может быть, даже он прошел с другой стороны. Очень такой мощный был удар. Так плохо не успеваешь. Тут иногда подметить все моменты с первого раза. 6-3. Центр Приволжья впереди. И еще есть атака. Блок помогает здесь центру. А дальше неудачная передача. Еще момент у центра Приволжья. Евдокимов не пробивает здесь. И ошибается здесь, в свою очередь, центр Приволжья. А тут удача на стороне центра. От блока после удара Павла Зятикова мяч отскакивает в аут.
5-6. Есть хорошая возможность сейчас и догнать своего соперника у центра. Гошин под первый темп, ну, очень неудачную передачу отдал. По сути, на переходящий мяч загнал своего партнера. Но вот здесь появляется второй шанс. Евдокимов не спешит. Опять неудачная передача Егошина. И вот на этот раз уже не прощают. Уже не прощают игроки центра за такое дважды. 6-6. Ну, порой Егошину даже удобнее, может быть, атаковать. Вторым касанием вместо приема, вместо передачи сделать атакующий удар. Ну, вот сейчас хорошая передача, похоже. Хотя тоже опять бить-то неудобно. У нас такая позиция здесь, что не все сразу видно. Непонятно, где мяч, близко или далеко от сетки. Вау, здесь бьет игрок центра. Мощнейший был выстрел в исполнении Цыкина. Но если бы, конечно, попал в площадку, тут без вариантов наверняка. 7-6. Центр Приволжья. Павел. От блока. Мяч отскакивает. Ваут. Центр получает 7-е очко. Пробил здесь, пробил все-таки. Двойной блок, пятый номер Владимир Пестов. И вот он переход у нас состоялся. Первыми 8 очков набрали волейболисты центра Приволжья. Но, по сути, никакого преимущества у команды нет. Обычный съем сейчас центр поможет все восстановить. Боюсь, вот если здесь кто-то из команд получит преимущество в 2 очка, это станет решающим в этом матче. Класс команд такой, что такое преимущество не разбазаривается. Производит съем здесь волейболисты центра. 8-8. Счет становится. Ой, какая ошибка на приеме у центра и Приволжья. Абсолютно не сильная и абсолютно спокойная обычная подача Сергея Цыкина. Снова он будет, естественно, подавать. Кто знает. Да, смотрите, опять ошибаются игроки центра Приволжья. Дарят шанс еще центру, но здесь дарят шанс уже и Миженин. В сетку пробивая. Неудобная была на него передача. Пришлось, по сути дела, из-за спины атаковать своей собственной. Ничья. С приемом у центра все хорошо. Как с атакой? Атака опять срывается у Миженина. Наверное, надо сейчас поменять бьющего. Не нужно на Миженина третий раз подряд рассчитывать. Дать ему надо передохнуть. Сейчас даже не с точки зрения физической готовности, психологической точки зрения, наверное, Миженин не лучший кандидат. Но тут и атаки не будет. Миженин второе касание делает. А атака будет у центра Приволжья. И вот они преимущества. Вот они 2 очка. Вот оно преимущество. Эти 2 балла. 11-9. Теперь посмотрим, как будет центр с этим справляться. Сейчас, похоже, команда не в своей тарелке. Нужна хорошая атака. Не вот эти действия Колесникова. Но, правда, и центр Приволжья тоже не может здесь ничего создать. Миженин снова. Снова его спокойно переигрывает, но Сергей Евдокимов не ошибается. И что, тайм-аут, конечно, сейчас бы, наверное, нужен. Но пока замена. Тайм-аут, честно говоря, забыл. Я вот центр, по-моему, не брал его. Меняет в итоге Миженина, и вместо него Александр Тормышев появляется. Опять никакого удара не будет. Центр Приволжья подготавливает атаку. И просто ошибается. Непонятно, как для себя самого. Сергей Евдокимов на одном блоке умудряется попасть в сетку. Ну, хорошо, не в блок. Иначе было бы еще, наверное, обиднее.
12-10. Ой-ой-ой, но это, я думаю, вы прекрасно понимаете, кто. Андрей Игошин. Немножко не так он обычно эти очки приносит для себя, но сейчас двумя руками он все сделал, обычно левой. Ему достаточно. 13-10. Тоже скидывает здесь Сандер Тормашев, но это слишком просто. А команда в центре Приволжья получает 4 матчбола. 14-10. И, как я и говорил, вот это преимущество в 2 очка стало, наверное, решающим. После него уже центр не собрался. А может быть, я поспешил. Посмотрим. Мяч в игре. Не будет никакой атаки. У центра приложи. А вот у центра, похоже, она состоится. Но это не тот удар, с которого можно очки набирать. Не с этой командой. Удается здесь отбиться. Остается мяч в игре. И вот так вот. Ну, где-то повезло, конечно, центру. Но все-таки очко они здесь зарабатывают. 11-14, но это лишь очко с чужой подачи. Вот теперь надо со своей брать как минимум 3. Задорнов. Спасает блок пока что центр, но тут еще одна атака. И снова блок, и браво! Браво игрокам центра. Дважды закрывают они Сергея Евдокимова, у которого сегодня с атакой все хорошо. Ну что ж, Игорь Задорнов, еще нужно 2 подачи ему выполнить. Как минимум, чтобы не проиграть. Игошин, не получился его обманное движение, но правда еще есть вторая попытка. Снова Игошин, теперь отдает. Евдокимов, снова его закрыли. Снова Игошин, нет. Чуть раньше последовал свисток арбитра. Так, показывает там арбитр, в чем претензии у него к 7 номеру команды центра Приволжья. И, по-моему, согласился там Евдокимов. Ну что? Отыгрывают уже 3 матчбола игроки центра. И, что самое важное, 2 на своей подаче. Снова Евдокимов. Все-таки там был блок, я думал, уж в трос попал. Игошин. Нет, и его закрыли. Браво игрокам центра. И очко есть. Вот это да! 14-14. Браво! Тайм-аут берут игроки центра и Приволжья. Но посмотрите, все сейчас игроки центра закрыли. И Игошина, и Евдокимова. Тех игроков, которые сейчас на первой линии стояли и атаковали в основном. Держит свою подачу сейчас Игорь Задворнов. Она у него на самом деле не очень простая. Это вот сейчас те 3 подачи, которые мы видели, это на самом деле еще не самые сильные, наверное, в его исполнении. Может он подавать и лучше. Но тут ему нельзя было рисковать, поэтому, возможно, и не стал ничего придумывать Задворнов. Вот сейчас посмотрим. Нет, тоже простая подача, хотя бы как простая. Посмотрите, мяч как поменял направление. И вновь едва не закрыли Евдокимова, но повезло. Повезло центру Приволжья, потому что просто повезло, что мяч отскочил в аут. Все хорошо было у центра, и даже несмотря на то, что сейчас очко они не набрали. С приемом тоже все в порядке. Атака. Проходит атака. Владимир Пастухов не ошибается на подаче Александр Тормашев. Ну, смотрите, вот игра пошла, когда Тормашев появился на площадке вместо Меженина. Казалось бы, все, но вот эта замена подействовала. Хотя, может быть, особо Тормашев ничего и не сделал. Но так или иначе сыграл замена. Еще очко в пользу центра Приволжья. Сейчас, напомню, игра идет, ну вот если 17-15 счет будет, то игра закончится. Если будет 16-16, то, по сути дела, все, до 18 команд играют. И дальше никаких вариантов. Неудачная передача! Да, здесь Колесников и Пастухов друг друга, конечно, не поняли. Очень неудачная передача. Ну и, наверное, Пастухов должен был, наверное, сыграть не так опасно, не так рискованно.
стараться просто перекинуть мяч, но так или иначе закрывают здесь Пастухова и команда. Команда ПАО МРСК Центра и Приволжья становится девятой на этом турнире в тяжелейшей борьбе. Обыгрывают они Центр. Ну и классная, конечно, игра. Пока одна из лучших на этом турнире. Но Центр и Приволжья нас радует сегодня. Сначала с Северным Кавказом здорово играли. Именно вместе. Не только что именно Центр и Приволжья хорошо сыграл. Именно вся игра была классная. Ну и теперь потрясающий матч против команды Центра. По-настоящему финал вот этого плей-офф за 9-15 места удался. Ну что ж, поздравляем команду Центра и Приволжья с 9 местом. 10 место занимает команда Центра. Здесь тоже, я думаю, команда должна быть довольна сегодняшним игровым днем. Все, команда сделала, что могла. Да, уступила в решающем поединке, но уступила, по сути дела, уже, можно сказать, что на тайбрейке. Итак, мы ждем уже самого вкусного на сегодня матчей четвертьфиналов. Матчи команд, которые первые восьмые места будут оспаривать. Уже команды разминаются. На первой площадке у нас встреча между командами Тюмень-Энерго. И против них готовится сыграть, как я понимаю, команда... Сейчас еще раз уточню. По-моему, команда... Да, все правильно. Вторая команда группы С — это ПАО МРСК «Юга». Ждем этого поединка. Команды разминаются, а мы пока что тоже сделаем небольшую паузу.